Продолжаем выпуск коротким обзором новостей и первой информации для предпринимателей. На базе Московского областного фонда развития малого и среднего предпринимательства работает единый колл-центр. Бизнесмены могут получить консультации специалистов по вопросам земельно-имущественных отношений, регистрационных процедур, градостроительных решений, а также по мерам поддержки промышленных предприятий малого и среднего бизнеса и научно-технической деятельности. Вся подробная информация на сайте www.fpmo.ru. МБУ «Городское хозяйство» теперь работает по новому адресу. Офис располагается по соседству с Клинской теплосетью. На улице Ленинградская, дом 62. Первый подъезд, второй этаж. Изменились телефоны учреждения. Они на ваших экранах. Конкурс снежных фигур у Дома детского творчества. Участвовать можно целыми семьями. Заявки принимаются по телефону 8-903-550-04-45. Готовую снежную фигуру необходимо сфотографировать и фото отправить на электронную почту. Ее вы видите на экране. Победителя определят с помощью интернет-голосования в группе общества многодетных семей «Подсолнух». Итоги подведут 19 февраля в день встречи «Масленицы».